Камнино обязает. Этот отопительный сезон второй раз ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом накануне сообщили Каменские известия. На холод в квартирах, а также в школах и детских садах жалуются многие горожане. Чрезвычайное положение ввели, чтобы предотвратить на время предстоящих новогодних праздников и каникул дефицит топлива на котельных Каменского района. На закупку угля в правительстве края, поясняют в районной администрации, выделили 25 миллионов рублей. Ровно такую же сумму на твердое топливо муниципалитет получал осенью, когда на территории района также вводили режим ЧС. Расход угля составляет сегодня в ежедневном режиме от 800 до 900 тысяч рублей, если говорить о деньгах. И, соответственно, каждый день, грубо говоря, по 900 тысяч, не всегда МУПу удается собрать такую выручку, чтобы оплатить уголь. В садике и школе температура стала ниже, просто МУП не своевременно уголь завез. И мы с ним как бы эту работу провели, чтобы этого больше не повторялось.